Пока в фотозоне. Ну а остальные наслаждаются атмосферой, ребят. Всем крутого дня сегодня. И спрашивал меня: Сергей, скажи, пожалуйста, когда же уже побежим мы? Ведь у меня розовый браслет. Сообщаю прямо сейчас, есть расписание у меня, поэтому все за фиолетовыми стартуют розовый, затем зеленый, желтый и синий. Вот такое расписание. Но по большому счету у меня зеленый. Небольшой задел между забегами, в принципе, он где-то растягивается минут на 10-15. То есть каждые 20-25, конечно, даже минут, каждые 20-25 минут у нас стартует группа, поэтому с момента того, как стартовала первая группа, у меня у вас есть 10-50. Группа моя стартует в 10-50. Познакомиться, пощупать, потрогать и даже применить новые кроссовки Sunboost HD и протестировать их в зоне тестинга. И лучшие из лучших, которые покажут крутейшее время. Не забудьте флаги взять, вперед, чтобы вас не сбили. Желательно, чтобы это был первый и вымыкающий. Хочу напомнить всем, кто сегодня стартует в забегах, друзья, после забега, вот, очень важно. А вы обозначили условные знаки? После забега. Смотрите, вас ждет, есть тут выращиваем направо. Очень крутая экскурсия. Смотрите на тренера. Он поднимает правую руку. Есть тут выращиваем налево. Чтобы, он поднимает левую руку. И если мы стоим, рука сводится вверх. Но в конце каждого забега бежанная группа отправляется на экскурсию художника Ивана Горшкова. Ладно, не оставайся, маршрут достаточно витиеватый. Ребята, первая группа у нас уже отправляется. Давайте им дадим крутого старта, пожелаем и ждем уже их здесь на финише. Уверенно, это будет лучший забег в жизни. Ждем их, ждем. Ну а мы-то с вами проводим время здесь с пользой, наслаждаемся атмосферой, выкладываем фотографии с хэштегом «Хакни город бегом». И участвуем в наших крутых активностях. Заряжаемся бананами, кофе и чаем и фотографируемся. Выиграл жилет.
Да, это было правда.